С начала доучиться изменения ждут призывников. В 2017 году теперь студенты учреждений среднего образования отсрочку от армейской службы получат на новых условиях. Раньше, поступив в колледж или техникум, после 9 класса отсрочку студенты СУЗов получали только до достижения возраста 20 лет. А те, кто поступал после 11 класса, не успевали получить среднее специальное образование. Но учебу приходилось прерывать, чтобы отдать долг родине. Теперь отсрочка от призыва на военную службу для студентов СУЗов будет предоставляться независимо от достижения ими определенного возраста. Молодые люди могут сначала получить профессию, а уже после отправиться нести службу.